Жители Осиновой рощи просят откликнуться тех, кто хоть что-нибудь знает о церкви святителя Василия Великого. Раньше она стояла в усадьбе Левашовых. В 30-е годы прошлого века храм разрушили. Сейчас его своими силами пытается восстановить небольшая группа прихожан. Но проблема в том, что никаких официальных сведений об облике святыни не сохранилось. Одна надежда на петербуржцев, у которых, возможно, сохранились старые фотографии церкви в личных архивах. На месте утраченного храма побывала Алена Каледина. Осиновая роща – молодой, активно развивающийся квартал. Казалось бы, ничем не приметное место. Типичный новострой, рядом небольшой парк. Но это только на первый взгляд. Кроны здешних деревьев хранят свою особую историю. В 30-х годах прошлого века на этом месте до последнего бревнышка разобрали деревянный храм. Церковь, что стояла с восточной стороны усадьбы Левашовых. Раньше все 50 гектаров Осиновой рощи принадлежали этой дворянской семье. Храм святителя Василия Великого уничтожили в 1930-х. О святом месте вспомнили лишь в начале 2000-х. Местный житель Владимир Соловьев нашел остатки фундамента храма. Находку зафиксировали археологи. В это же время организовали официальную общину, установили памятный крест. И вот уже больше 10 лет в парк, где некогда стояла та самая церквушка, со всей округи приходят паломники. Святое место, по словам верующих, обладает странным, непостижимым магнетизмом. Я знаю, кто сюда ходит. Угу. Вот, я уже сказала, вот ходят сюда, ну, немного, конечно, но ходят. Так это и видно. Теперь вот я смотрю вот с той стороны уже, вот люди след, стали, вот, да. Вот с этой стороны уже там след. Из нового микрорайона. Угу. Уже нашли. Проблемой забытой святыни проникся отец Анатолий. Вместе с верующими священнослужитель намерен восстановить историческую справедливость. По старым эскизам возвести на этом месте новую церковь. Вот только найти хоть какие-то сведения о внешнем облике храма Василия Великого пока не удалось. Библиотеки, музеи, архивы искали даже в обществах коллекционеров. Последней надеждой для общины остаются старожилы. Вот так как утеряны все документы на этот храм, утерян внешний облик, может у кого-то, в альбоме старинный, у бабушки какой-нибудь найдутся какие-нибудь свидетельства в этом храме, или описание, или открытка этого храма, или фотография на фоне этого храма. И вот нам это очень нужно, так как это будет способствовать его восстановлению. Пострадала и сама усадьба, к которой относился храм Василия Великого. Местные недаром называли ее «Дворцом Левашовых». В советское время здесь даже снимали фильмы. Сегодня былом величии напоминает лишь часть флигеля. Барский дом архитектора Беретти погиб в 90-х в пожаре. Теперь он выглядит сиротой, а не должен, сетует отец Анатолий. История усадьбы, ее значение могут воплотиться в возрождении православного храма.